Нихао, люди, джентльмены, рад приветствовать вас из Китая на канале topchinaop.ru. И сегодня у нас обзор вот такой вот товара из Китая. Это лайф-обзор коляски, который называется Фо-Фо или Фу-Фу. И поставляется она вот в такой коробке. Можно обратить внимание на то, что вес упаковки 18,1 килограмм, но добавится еще внешние упаковки, будет порядка 19 килограмм. И сейчас посмотрим, что это за коляска. Это довольно-таки премиум сегмент. Она стоит, наверное, в раза в 4 дороже, чем Йоя коляска. И если таких возить, то обычно их возят немного. Но если уж продал ее, то заработал нормально на ней. Так, снимаем чехольчик. Так. Молодцы, китайцы, хорошо пакуют. И сейчас мы эту коробочку откроем. Да, в плане упаковки китайцы понимают, что коляска едет далеко, и нужно все хорошо запаковать, чтобы ничего не поломалось. И вот нас встречает вот такой вот, сразу видно, богатый набор, богатая комплектация. И модель у них по-китайски называется А68, но это коляска Фу-Фу. Вот такая вот инструкция идет на китайском языке, зато цветная, но на китайском. В комплектации сразу видим бамбуковый коврик, антимоскитная сетка, причем неплохого качества. Получше, чем в колясках Йоя, мы это видим. Но нас интересует не комплект, не подарки, а вот сама коляска. Так, здесь коробочки у нас в пакетике, видимо, текстиль. Да, это причем это твердая подкладка какая-то, похожа на гладильную доску. Посмотрим, для чего это. Так, далее. Винг. Это лайтовая версия коляски Фо-Фо, и вот это вот как раз люлька. Люлька выполнена из кожзама, наверное, очень качественная, приятная на ощупь, правда белый цвет, возможно будет марки, но в целом выглядит все очень качественно и на уровне 3, выше, чем мы привыкли видеть это у колясок Йоя. Можно, оказывается, расстегнуть и почистить это чехол на каркас, то есть можно это все спокойно почистить. Также у нас в комплекте есть сиденье мягенькое, винговское. Колесо 1, колесо 2 и маленькие передние колеса. Так, и это основной уже каркас самой коляски. Здесь еще один такой вот мягкий коврик. Слушай, ребенку прям столько ковриков, должно быть очень комфортно. И сама коляска, достаем. Пока это мало напоминает коляску, но я думаю, что тут нужно немножко поработать, чтобы она превратилась все-таки в саму коляску. А вот мы ее немножко подсобрали, отмечаем хорошую подвеску. Здесь с колесами все окей, тормоза на тросиках, которые фиксируют тут сразу два колеса. Оп, катается, оп, зафиксировалось и там, и там. Внизу у нас такая вот вставочка, здесь можно положить что-то, багажник, в общем, есть. И прелесть коляски в том, что она может быть как и прогулочная, так и обычная коляска, в которой может ребенок спать. Сейчас у нас формат как раз второй, а чтобы сделать из нее прогулочную, сверху одевается вот такой вот укрепленный каркас, и коляска превращается в прогулочную. Ну а в положении для прогулки коляска выглядит таким образом. Единственное, что нужно нам люльку повернуть. Можно, чтобы ребенок сидел, можно, чтобы он полулежал и полностью лежал. Но в последнем случае, конечно же, нужно поменять люльку на первоначальную и нужно сделать это дома. В целом коляска, учитывая свою невысокую стоимость, оправдывает ожидания, прежде всего из-за качества сборки и из-за ее универсальности. Но каждый выбирает коляску для своего ребенка сам, учитывая свой бюджет для закупки и, конечно же, нужные ему параметры. Но эта коляска может заменить сразу две, поэтому является очень интересным и маржинальным товаром из Китая. А я благодарю вас за просмотр видео, подписывайтесь на канал и удачи вам в бизнесе!